Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 29 августа, сегодня великий праздник, сегодня Ореховый Спас. Обязательно скажите каждому эти слова и не забудьте пожелать эти слова себе. Очень важные слова, благодаря которым вы можете в свою жизнь привлечь изобилие, достаток и благополучия. Друзья, и сегодня мы хотим вам пожелать здоровья, счастья, бесконечной радости. Пусть каждый день приносит вам только положительные эмоции и светлые перспективы. А сегодняшний праздник принесет в ваш дом уют и гармонию. Пусть в вашей жизни будет только радость, и, пожалуйста, радуйтесь вместе с близкими теми благами, которые у вас есть. Научитесь ценить. Очень здорово, если каждый из вас напишет поздравления в комментариях к этому видео. Давайте вместе с вами друг друга поздравлять и желать всего самого наилучшего. Помните, это все возвращается в приумноженном виде. Друзья, поговорим о том, что же нас сегодня ожидает, на какие моменты стоит обратить внимание, гороскоп. Давайте начинать. Итак, сегодня, друзья, у нас с вами 29 августа, и Луна находится в 25-х лунных сутках и проходит через знак зодиака Рак. В этот день важно понимать влияние Луны на нашу жизнь и принимать это во внимание для того, чтобы максимально эффективно использовать благоприятные возможности и избегать потенциальных проблем. Луна в знаке зодиака Рак приносит в день эмоциональную глубину и домашний уют. Этот знак связан с семейными ценностями, домом и внутренним миром. В такие дни человек может чувствовать сильную потребность в поддержке близких и стремление к комфортной домашней атмосфере. Отношения с близкими и любимыми людьми могут стать более значимыми и требовать особого внимания. Постарайтесь избегать спорных и конфликтных ситуаций, так как Луна в Раке склоняет к повышенной чувствительности и эмоциональной восприимчивости. Также этот удачный период для гармонизации отношений с вашим партнером. Вы можете сегодня обнаружить, что некоторые неразрешенные вопросы и недопонимания легко решаются в спокойной и доверительной атмосфере. Однако сегодня избегайте принятия важных решений на работе, так как ваше мнение может измениться со временем. Лучше отложить эти вопросы до наступления нового лунного месяца, когда ваше восприятие будет более ясным и стабильным. Обращаем ваше внимание, что 25-е лунные сутки – это благоприятный день для самопознания, отдыха и восстановления внутреннего баланса. Также этот день подходит для того, чтобы углубиться в изучение себя, своих чувств и потребностей. Посвятите время отдыху, особенно если вы чувствовали усталость и напряжение в последнее время. Обратите внимание на возможность новых знакомств и встреч с родственниками. Они могут принести позитивные эмоции и даже интересные перспективы. Кроме того, сегодня важную роль будет играть ваша интуиция, поэтому обязательно прислушивайтесь к внутреннему голосу, доверяйте своему сердцу, особенно вопросы, касающиеся личных отношений и самопознания. Логическое мышление может оказаться не таким эффективным, как обычно, и привести к ошибочным выводам. Поэтому постарайтесь сосредоточиться на внутреннем ощущении правильности, а не на рациональных доводах. Кроме того, старайтесь сегодня избегать сильных эмоциональных всплесков и постарайтесь направить свою энергию на спокойные и созидательные дела. Еще раз делаем акцент, что сегодняшний день – это подходящее время для личностного роста и анализа происходящих изменений в вашей жизни. Обращаем ваше внимание, что сегодня мы все с вами 29 августа отмечаем праздник Ореховый Спас или Спас на Орехах. Этот день символизирует окончание лета и начало осеннего сезона, а также сбор первых урожаев орехов. Именно этот праздник связан с благодарностью за дары природы и пожеланиями благополучия. И вы знаете, важной частью празднования именно этого дня является произнесение особых слов, которые несут в себе пожелания здоровья, счастья и процветания.
Ореховый спас является одним из трех спасов, которые отмечаются в августе. И этот праздник также связан с началом уже и осеннего сезона, когда сама природа начинает готовиться к зимнему периоду. И вы знаете, в этот день важно не только праздновать и наслаждаться плодами труда, но и произносить слова, которые помогут вам укрепить связь с близкими, выразить благодарность за дары природы и пожелать благополучия. Итак, мы, друзья, дадим вам несколько пожеланий. Вы выберете себе то пожелание, которое вы хотите сегодня транслировать в этот мир. Итак, первое пожелание связано с тем, чтобы плоды труда, собранные в этот день, вам приносили радость и уют в дом. И они звучат следующим образом. Поздравляю с ореховым спасом. Пусть осенние дары будут щедрыми, а каждый орех будет символом удачи и успеха. Желаю здоровья, благополучия и гармонии. Обращаем ваше внимание, что именно здесь акцент сделан на удаче и успехе, которые символизируются орехами, а также на здоровье и благополучие. Следующее пожелание подчеркивает богатство жизни и семейное счастье, отражая дух праздника и значимость семьи. Звучит он следующим образом. С праздником Орехового Спаса! Пусть ваша жизнь будет такой же богатой, насыщенной, как этот урожай. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и процветания. И вот эти слова помогут вам сегодня, и вы знаете, возможно, даже вам придет озарение и понимание того, как вы можете решить ту или иную ситуацию, как вы можете сделать те или иные моменты в своей жизни. Главное, чтобы вы не зацикливались, главное, чтобы вы не боялись, а старались и стремились идти вперед. И, друзья, теперь далее давайте уделим внимание гороскопу на 29 августа для каждого знака зодиака. Итак, сегодня этот день приносит нам уникальные астрологические влияния для всех знаков зодиака. Напоминаем, что этот день совпадает с 25-ми лунными сутками и находится под влиянием Луны в знаке зодиака Рак. А это создает особую атмосферу для личных и профессиональных дел. Начинаем, друзья, со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, для вас этот день может быть наполнен эмоциональными переживаниями. Луна в Раке усиливает вашу чувствительность, поэтому важно уделить внимание своим внутренним ощущениям. Это хороший момент для того, чтобы разобраться в своих чувствах и укрепить отношения с близкими людьми. Избегайте сегодня конфликтов и спорных ситуаций на работе. Постарайтесь быть более терпимыми и к мнению окружающих, и сосредоточьтесь на завершении текущих задач. Телец. Для тельцов этот день будет благоприятным для личных и семейных отношений. Энергия Луны в Раке будет способствовать гармонии и пониманию в доме. Возможно, вам захочется провести время с семьей или решать вопросы, связанные с вашим жильем. Не рекомендуется начинать новые проекты. Сегодня на работе лучше сосредоточиться на завершении уже начатого. Вечер будет подходящим для отдыха и общения с близкими, родными людьми. Близнецы. Уважаемые близнецы, для вас это день, когда лучше всего заниматься самоанализом и планированием будущих действий. Луна в Раке поддерживает интуитивную вашу интуицию, так что прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. На работе старайтесь избегать споров и конфронтаций. Сосредоточьте внимание на общении с друзьями и коллегами. Это поможет укрепить ваши социальные связи и получить поддержку. Рак. Уважаемые наши раки, этот день для вас будет особенным, так как Луна находится в вашем знаке зодиака. Это время для личностного роста и развития. Эмоциональное состояние может быть более выразительным, что позволяет вам лучше понимать свои желания и потребности. Постарайтесь провести день в гармонии с собой, а не с окружающими людьми. Это хороший момент для работы над личными проектами и укрепления отношений с близкими людьми. Лев. Львы могут почувствовать необходимость в уединении и спокойствии в этот день. Луна в Раке создает условия для внутреннего анализа и размышлений. Это идеальное время для отдыха и восстановления после активного периода. Старайтесь сегодня избегать стрессов и сосредоточиться на восстановлении внутреннего баланса. Вечером можно заняться медитацией или прогулкой на свежем воздухе.
Дева, уважаемая наша Дева, для вас этот день может быть насыщен социальными взаимодействиями и новыми возможностями. Луна в Раке способствует укреплению социальных связей и созданию новых контактов. Это подходящий момент для общения с друзьями, коллегами и партнерами. Возможно, вы получите интересное предложение или возможность для личного и профессионального роста. Будьте открыты для новых идей и не бойтесь сегодня проявлять инициативу. Весы, уважаемые наши весы, вам следует обратить внимание на свою карьеру и профессиональные цели в этот день. Луна в Раке поможет вам сосредоточиться на долгосрочных планах и принятии важных решений в области работы. Это время для завершения текущих проектов и подготовки к новым начинаниям. Будьте внимательны сегодня к деталям и старайтесь избегать конфликтов на рабочем месте. Вечером уделите время саморазвитию и обучению. Скорпион. Уважаемые наши скорпионы, для вас этот день будет подходящим для глубоких изменений и трансформаций. Луна в Раке помогает раскрыть ваши внутренние ресурсы и найти новые пути для самовыражения. Это хороший момент для работы над личными проектами и прощения старых обид. Постарайтесь использовать интуитивную прозорливость для принятия решений и сосредоточьтесь на духовном росте. Стрелец. Уважаемые стрельцы, вы сегодня можете столкнуться с вопросами, связанными с партнерскими отношениями и совместными проектами. Луна в Раке способствует углублению отношений и поиску компромиссов. Это время для работы над гармонизацией ваших взаимодействий с другими людьми. Будьте открыты для диалога и старайтесь избегать эмоциональных реакций. Вечер может быть подходящим для обсуждения важных вопросов с партнером или близкими людьми. Козерог. Для Козерога в этот день будет подходящим для работы над здоровьем и личным благополучием. Луна в Раке способствует фокусировке на физических и эмоциональных аспектах жизни. Это время для улучшения привычек и настройки на здоровый образ жизни. Постарайтесь уделить внимание своему внутреннему состоянию и завершить текущие задачи. Вечером займитесь расслабляющими практиками или хобби, которые приносят удовольствие. Водолеи, уважаемые водолеи, вы можете ощутить желание выразить свою индивидуальность и заняться творческими проектами. Луна в Раке способствует самовыражению и вдохновению. Это хорошее время для реализации идей и работы над любимыми увлечениями. Будьте открыты к новым возможностям и не бойтесь проявлять креативность. Вечер можно провести в компании друзей или на культурном мероприятии. Далее рыбы, уважаемые наши рыбы, для вас 29 августа будет временем, когда следует сосредоточиться на домашних делах и семейных вопросах. Луна в Раке создает атмосферу для укрепления семейных отношений и решения вопросов, связанных с домом. Постарайтесь уделить внимание близким и создать уютную атмосферу в доме. Это хороший момент для начала ремонта или организации пространства. Вечером можно провести время с семьей и насладиться домашним комфортом. Далее, друзья, карта Таро на этот день. И у нас с вами выпала карта 8 кубков. Именно эта карта символизирует период изменений и поиска нового пути. Также она указывает на необходимость оставить старое позади, чтобы двигаться вперед к чему-то более значимому и удовлетворяющему. 8 кубков олицетворяет моменты, когда необходимо оставить что-то важное в своей жизни ради поиска новых возможностей. Это может быть связано с личными отношениями, карьерой или внутренним состоянием. Время от времени нам нужно оставить старые привычки или ситуации, которые больше не служат нашим интересам, чтобы открыть новые горизонты. Важно помнить, что уход от старого – это не конец, а начало чего-то нового. Именно эта карта и советует сегодня принять изменения как неотъемлемую часть жизни и использовать их как возможность для развития и улучшения. Также, если вы чувствуете, что что-то в вашей жизни перестало радовать вас, задумайтесь о том, что может быть лучше для вашего будущего. Прислушивайтесь к своим интуитивным, к своей интуиции, которая поможет вам указать на необходимость изменений. А вот принятие изменений и новый взгляд на вещи может открыть перед вами новые возможности и перспективы. Далее, друзья, уделим внимание небесному посланию от Архангела Михаила. И вы знаете, сегодняшнее послание адресовано и касается нашего внутреннего роста, изменений и исцеления.
И вы знаете, Архангел Михаил подчеркивает, что именно сегодня подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на внутреннем исцелении и работе над своими эмоциями. Уберите все, что вызывает стресс и беспокойство, и сосредоточьтесь на восстановлении внутреннего равновесия. Это время для прощения себя и других, для освобождения от старых обид и негативных эмоций. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в ближайшие дни могут произойти важные изменения в вашей жизни. И Архангел Михаил напоминает, что перемены – это часть естественного процесса роста и развития. Примите эти изменения как возможность для личного роста и открытых дверей. Не бойтесь двигаться вперед, даже если это требует того, чтобы оставить какие-то привычки или ситуации в вашей прошлой жизни. Кроме того, обращайте внимание на свое окружение. Если вы чувствуете, что вам что-то не нравится, подумайте о том, а что же происходит в вашей жизни. Друзья, вот такой у нас с вами день, 29 августа. Мы еще раз вас поздравляем с праздником, желаем всего самого-самого наилучшего. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех благ. Услышимся в следующем видео.